Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen, и мы продолжаем играть в это My Little Pony Exe. Собственно, погнали дальше, на чем мы остановились. Мы, собственно, оттуда вышли. Сразились мы с каким-то привидением. И теперь пора отправиться в путь дальше. Правда, я не знаю, куда и что. И... Боже мой. Ненавижу, когда... Основная причина, почему я не люблю... Экзе... Ну, точнее, не экзе игры, а... RPG Maker игры, как всегда, никуда непонятно. Никак непонятно, куда идти. И кроме этого, везде одни тупики. Везде. Даже врагов нету, а тупики есть. Вы их не видите, они есть. Так, сюда, я так понимаю. А, походу, наверх вообще. А, забрать этот кристалл. Что это? Что-то вроде портала. Но нам туда нужно. Хорошо. Отлично, мы тут. Идем дальше. Идем дальше. Вы просто с Пинки Пай должны были встретиться посреди ночи. Зачем и куда вы вообще все пошли? Типа, знаете, вы собирались с друзьями своими встретиться, а потом такой... Ладно, давайте встретимся. Хотя это странно, потому что они позвонили по телефону. Они пришли, нам сказали лично. Ну, давайте тогда пойдем в лес. Просто так. Просто так пойдем в лес. А чё? Мы хотим. Пошли в лес, ребят. Какая кошмарная локация. Ничего не хочу сказать против, но... Терпеть не могу, когда ты во всем просто подряд застреваешь. Тебе надо выбраться. А как выбраться, ты тоже как бы не знаешь. А, окей, все, знаешь. Я выбрался. Ура. Так, погнали, что ли? Что это за здание? Ты знаешь это здание? Нет, откуда? Твайлайт, это ты? Конечно, я. Я сейчас подойду. Почему она вообще там была? Привет, Твайлайт. Привет, Пинки. Привет, новая подруга Твайлайт. Привет. Подожди меня тут. Хорошо. Где текст? Вопрос. И другой вопрос, почему я не двигаюсь? Походу, было настроено, что должен был быть текст. А текста у меня нет, поэтому мне придется все скипнуть. Мне что-то так кажется. Да ёкало мне! Ясно, понятно.
Мы зависли конкретно. Хорошая игра. На RPG-мейкере, да? Классно. Ладно, сейчас подождите. Окей. Я вернулся с того же самого момента, на котором закончил. Так, окей. Надеюсь, хоть этот раз оно не забагует. Я понять не могу, что с этой игрой не так. Кто-либо тестил эту игру или нет? Прошу прощения. Сейчас. Мне показалось, что кто-то пришел домой, а оказалось никто, и у меня уже галюны. А, окей, не в ту сторону я пошел. Так. Окей, проходим мы вот это вот. Дальше проходим обратно. В этот раз я, естественно, сохранюсь тут. Все, сохранились. Идти тут все равно некуда, я так понимаю. Да, идти походу все равно некуда. Да, идти все равно некуда. Теперь постараюсь хотя бы идти прямо за Пинки Пай. Чтобы вместе с ней прийти. Она сама вправо вообще пошла. О, боже мой. Так, ладно, попробуем сейчас во время этой касцены засейвиться. На третий слот. И ничего не произошло. Ну ничего. Ладно, последний раз. А, то есть я засейвился, и я теперь вообще не могу идти. Она сразу же начинает втыкать в стенку, и все, да? Она и вправду должна была, типа, анимация привязаться к ней, я так понимаю. И типа пойти вместе с ней. Ну, как я понял. Так.
Так, сохраняемся в четвертом слоте. Тут сохраняемся в пятом. Сейчас я исправлю эту игру. Так, ничего не происходит. Конец. Пятый слот. Я исправил игру! Правда, почему я должен этим заниматься, я не пойму. Ну ладно, ладно. Вот это место. Хорошо, рассказывай. Ну смотри, я нашла сегодня кое-что очень интересное. Что это? Закрой глаза, и я покажу. 3, 2, 1. О, а вот и ты. А-а-а! Ты кто? Я так, кто избавит вас от страданий. В смысле? В коромысле. Это последние секунды твоей жизни. На помощь! Это кричала Твайлайт. Не волнуйся, я уже иду. Стоп, что? И как я теперь пройду и помогу ей? Нет. И как она теперь пройдет? Зачем ты повторяешь то, что она пару секунд назад сказала? Никак. Потому что это твой конец. Ты просто сдашься и все. Вы почувствовали, как ваше сердцебиение останавливается. Вы теряете веру в себя. На мгновение вы потеряли сознание. И в мыслях вы слышали лишь... Твайлайт, не сдавайся! Ты сильный, ты сильнее, чем она. Ты ее можешь одолеть, она для тебя никто. Твайлайт, ты сможешь это делать. Но ты должна поверить в себя. Твайлайт, я наделяю тебя бесстрашием. Я тебя наделяю превосходностью. Я тебе дарю надежду. Дарю тебе доброту в сердце. Нет, я не сдамся. Не думай, что я сдамся. Тебе придется попытаться получше. Ха, ты настолько уверена? Остается узнать, правда ли ты так сильна. Начнем веселье. Появляется Пинка Мина первая форма. Окей, сражение. Атака. Оу. Даже так? Она мне больше снимает, кстати. Чем я ей. 181. Она мне дает 400 урона. Вы прикалываетесь? Магия. Магический барьер. Молния. Может быть, огнем ее херануть? Давайте молнией. И то все равно меньше урона нанес, чем она мне. Жесть. Лечение. О, вообще полностью повысил. Особая полноценная темнота. А, так. Магия. Так. All them. Enemies. Fire damage. Давайте fire damage попробуем, может. 259. А, все равно, мне кажется, оно не сильно. Dark Cloud. Окей, мы теперь можем ее слепить.
Теперь молнию, что ли? Капец, сколько она урона мне дает. Sonic Wave. Но она, по крайней мере, теперь мне меньше дает урона. Так, полечиться бы. Магия. Сколько он дает? Ага. Значит, молния дает больше урона. Сколько вообще у нее хп осталось? Больше половины? Вы угораете, что ли? Мне кажется, у меня магии не хватит столько отбиваться. Сорок хп всего лишь. Шесть. Сейчас пока что буду лечиться и бить с руки. Так. Магия. Так, опять полечиться бы. Сколько у нее там? Меньше половины, отлично. Но все же не понимаю, для чего делать ей прям столько много хп. Прям очень много. Типа, кайфа этого никого... Никакого все-таки не приносит, учитывая, что... Ну, слишком однообразный геймплей в RPG Maker всегда был. Тем более, здесь намек больше идет не на... Не на врагов, которых ты встречаешь по дороге к ней. А на то, что ты вообще, типа... Делаешь. Ну, типа, сюжет проходишь-то. Все, буду теперь только с руки бить, потому что у меня магии остается реально мало. Бере-бере-бере. Бере-бере-бере. Ну же, добью я тебе сегодня. Наконец-то. Твайлайт побеждает, получено 2000 опыта и 1000 Б в награду. Твайлайт Спаркл теперь уровня 7. Я с этим справилась? Ты молодец, Твайлайт. Я сама не думала, что справлюсь. Сейчас я к тебе телепортируюсь.
В общем, уходим обратно в город. Ага. Спустя пару часов Твайлайт и ее новая подруга почти забыли об этом. Что? Но был ли это конец? Как она меня смогла одолеть? Ведь я непобедима. Нет, она не могла. На это способна лишь я. И что мне теперь делать? Хотя почему я... Это я сдаюсь. Всего лишь нужно убить пару пони, и все будет снова по плану. Вам всем конец. Один персонаж выжил. Конец альфы. Вот такой вот была эта игра. А я надеюсь, что я в нее больше не поиграю. Как же ж я намучился с ней. Перед тем, как выложить игру, пожалуйста, проверьте сначала текст, а потом проверьте, нету ли таких глупых багов. И тогда все будет отлично. На этом, пожалуй, все. С вами был Flutter Green. Всем удачи и всем пока-пока.